вечерний день. Как будто здесь, в этих домах. Подумаю, наверное, вот здесь вот, вот это вот заделаны вот эти дырки. Это тоже спутниковая антенна стоит, как и наша. Да. Да. Вот, по-моему, Сереги вот здесь вот стояла, начальник строевого отдела. Магазины тут такие есть. Видите, космонавты. Знаешь. Тепло. Бумага. Говно вообще. Лоу. Закрытый лоу. Ваша рожа, товарищ старший лейтенант, слегка опухшая, блин. Нет, еще там три кассеты у меня. На Берлин у меня одна осталась. С какой ты их взял? Пять? Да. Пять тоже? Да. Какой ты там пиво-то? Ты что? Это Басман. Басман. Шичинский. Люди, завидуйте. Он пьет бровар Чечин. Ну, певнего хотел бы особенно сказать, что Басман – это самое лучшее пиво, какое я в Польше пью. Другого такого пива не найдешь. Товарищ доктор. Значит, так. Можно, значит, если вы, товарищ доктор, будете прописывать кому-нибудь лекарство. Значит, лучше прописывать это лекарство. Ага. Оно надежное, там, значит, там рак. Если люди любили сидеть, вот, купить. Он какой-то тут сделали, да? Это какая-то часовня. Нет. Каплица. А, каплица это... Ну, так это часовня. Часовня, да, что есть.
Слушай, а этот, эти батарейки должны совпадать, да? Ну, это дурацкие какие-то. Мы уже почти решения. Да, мы почти уже все сняли, так что да, это не обидно. Были. Да. Ну что, вот Хойна. Спасибо тебе. Здесь Эдик Мишурин жил. Надписи остались, да? На русском языке. 20-й это дом или не 20-й? Вот люди, скажите кто-нибудь.